быстрее, Рэйман! Мне нужна медицинская помощь! Посмотрим, что у нас, если вы не возражаете. О. А, ясно. Вы проглотили черного злума. Придется принять суровые меры. Он упрям. Боюсь, ваша проблема сложнее, чем я думал. Понимаете, черный злум нашел прибежище в фистуле, пройдя через почки недалеко от перехеты. Вам нужно обратиться к специалисту по пищеварению. Я знаю очень хорошего доктора. Он живет в стране злых мертвецов. Я вас оставлю. Не нужно продезинфицировать мои инструменты. Hey!
делать?